Бу ярыш бізім белі олған көрешімізге Рустем аға Казалкова бағышланған. Бу инсан бізім милетімізіні бұты дүнияға білдірді. И бұ ереде көрешкен балалар, енді ақайлар десек, Россия чемпионатында іштірак еттілер. Чемпионат, дүния чемпионатында да екінші ер алған балалар бар. Демек, бұ ярыш юксек севейде алып бара. Куреш сегодня потихонечку развивается. У нас появились уже и чемпионы, и призеры мира, призеры кубков. Благодаря поддержке Министерства спорта, предпринимателей, банка РНКБ мы вот проводим такой турнир уже несколько лет подряд. Тенденция такова, что у нас видно рост за год. У нас колоссальный рост. У нас за рост очень много спортсменов, которые завоевали мировые первенства. И тем самым мы доказываем, что национальная борьба Куреш в мире, показываем, что результаты, что поясная борьба у нас действительно на хорошем уровне. Ну, соперники все здесь сильные, нет слабых. Каждый готовился, надеется на свои силы, но сильнейший выиграет. Я вот не могу даже словами описать, насколько это мотивирует, насколько это дает стимул развиваться нашим молодым борцам, которые вот смотрят сейчас, что здесь разыгрываются ценные призы, что есть поддержка, что не забыто. А так вообще это же издревле наш, можно сказать, национальный вид спорта. Соперники сильные здесь, все приехали за призами, готовились. Второй раз здесь участвую, все четко здесь. Мне очень нравится здесь бороться. Бізін милли күрешіміз сақланып қалған ве тікленгені бұл бүйіктен бүйік бір назайтайым еңіш. Бүгінгі ярышта мына бұл қадар гүзел оғланларын, егітлерін көрем. Оларын пек яқшы чықышта бұлыналар.